Кек с овощами в духовке – это простой и вкусный вариант сытного обеда либо ужина. Подавать к столу блюдо можно самостоятельно, можно добавить рис или блюдо из картофеля, любой соус, немного зелени. Овощи можно использовать любые, хорошо подойдет лук, морковь, сладкие перцы, помидоры. Для хека можно использовать любые специи, которые предназначены для рыбы, овощи и рыба. Полезное и вкусное сочетание. Такое блюдо подойдет для диетического рациона. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты, прогрейте духовку, установите температуру 180 градусов. Хек почистите от чешуи, сполосните и нарежьте порционными кусочками. Очистите лук и морковь, овощи сполосните и нарежьте небольшими кусочками, форму смажьте маслом, переложите морковь и лук. Помидоры и перец сполосните, нарежьте крупно, добавьте в форму. Ставим лайк и подписываемся. Рыбу выложите поверх овощей, добавьте специи и немного масла, прикройте форму фольгой, запекайте 30 минут. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Хек, 300 грамм. Перец сладкий, 80 грамм. Помидоры, 70 грамм. Лук, 60 грамм. Морковь, 60 грамм. Специи, 15 грамм. Для рыбы. Масло растительное, 30 миллилитров. Количество порций, 2-3. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Надеюсь на скорую встречу на канале.